Почему? На радость мудрым ровно в 8 рано утром мастерскую не открыть, чтобы бороды чинить. Ведь недаром говорится, бородой мудрец гордится, об уме его везде судит все по бороде. Для мудрейших борода есть орудие труда, ведь недаром же порой мы клянемся бородой. Вот так, пожалуй, годится. Здравствуй, дружок, я тебя дожидаюсь. Следуй за мной в сказку старинную, что мне поведали звезды порою ночной, в сказочный город, где нежность под сенью чинар и олив жил-поживал и скучал наш капризный упрямый калиф. Помнишь, как славный визирь, чтоб тоску разогнать, наконец, с грудой заморских товаров купца пригласил во дворец? Так началась наша сказка. Конечно, ты помнишь, дружок, как наш калиф у торговца волшебный купил порошок. Призван был я во дворец и прочел на коробке ярлык. Тот, кто вдохнет порошок, тот узнает звериный язык. Плохо калиф спалось, в эту ночь не терпелось ему утро дождаться, чтоб силу тех чар испытать самому. Ты не видел мою походную челму? Не видел. Где моя походная челма? Любимая! 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 Ах, любимая! Любимая! Я любимая! Мой повелитель, это вы сами ее туда закинули. Я сам? Да. Повелеваю ее снять. Достать. Молодец. Молодец. Сейчас вдвоем выйдем незаметно из дворца. Так. Порошок я... прихватил с собой. Ага. Ты готов? Готов, мой повелитель, готов. Куда пойдем? К прудам. Там я видел аистов. Удивительно забавная птица. Такие важные. Да. И очень болтливые. Все время болтают на своем птичьем языке. А о чем? Неизвестно. Неплохо придумано. Ага. Испробуем волшебный порошок. Так. И послушаем, о чем говорят эти аисты. Зачерпни водицы. Еще. А где ж твои аисты? Аисты? Ты смотри, как он важно шагает. Он выискивает лягушат. Ой. О, великий калиф, смотрите!
Вон, летит второй аист. Наверняка сейчас эти длинноногие птицы заведут между собой прелюбопытный разговор. Интересно? Конечно, интересно. Не превратиться ли нам поскорее в аистов? Я не прочь. А. Но сперва следует вспомнить, что нам надо сделать, чтобы снова стать людьми. А, да, да. Надо это, три раза поклониться на восток и произнести слово «мутабор». Да. И тогда я снова стану калифом, Но только не смеясь, а то мы пропали. Ну, мой господин, разве вы не знаете, что я самый печальный человек на свете? Я знаю, какая ты печаль. А где восток? О, мудрость! Бери порошок. Нюхай. Кланяйся. Говорим. Мутабор. 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 Мой повелитель, посмотрите, какие у вас когти на ногах. А ты видишь, что руки превратились в крылья? Я просто глазам своим не верю. Хоть а длинный нос. Надо тебе сказать, он тебя очень украшает, этот нос. Знаешь, что ты стучишь? Ты же аист, ты не дятел. Простите, я больше не буду. Это я нечаянно. Ничего. Но должен вам сказать, мой повелитель, что и вы превратились в очень красивого аиста. Благодарю тебя, друг мой. Однако надо спешить. А? Давай спрячемся и послушаем, о чем говорят птицы. Ох, интересно. Конечно, интересно. Доброе утро, любезная длинноножка. Мое почтение, дорогая щелкунья. Я все понимаю, государь, а вы? Я тоже. Здесь кто-то есть. Бежим отсюда. Тогда бежим. Мы продолжим завтра. Такое представление ни за какие деньги не увидишь. Жаль, что они испугались нашего успеха, а то посмотрели бы еще. Человек, иди сюда. Мы там развеселились не грубо. Ведь нам же нельзя было смеяться, пока мы обращены в птиц. Кажется, ты прав. Клянусь бородой пророка, это будет плохая шутка, если мне всю жизнь придется остаться аистом. Ну-ка вспомни это дурацкое слово, что-то оно вылетело у меня из головы. Во-первых, мы должны три раза поклониться на восток. Это я помню. А слово забыл. А, да, кажется, это мутароп. По-моему, ты прав. Мутароп. Да. Попробуем скорее. Да. 3, 4. Мутароп. Ну и что? Ничего. Попробуем еще раз. Попробуем. 3, 4.
Муторок. Опять ничего. Опять ничего. А может быть, муртурбур? Может быть. Попробуем, попробуем. Муртурбур! Ничего, ничего. О, горе, неужели нам никогда не удастся избавиться от колдовства? А может быть, мурбытор? Мурбытор? Нет, не то слово. Не то, государь. Ой, визирь, мы не должны были смеяться. Не должны. Не должны. А теперь мы навсегда останемся аистами. Не могу же я явиться в таком виде во дворец. И кто же поверит, что аист — это великий калиф багдадский? Кто не поверит. И кто из жителей города захочет, чтобы правил какой-то длинноносый аист? Кто длинноносый? Ну, ах, да. А что же делать? Не знаю. Что же делать? Надо подумать. Я так устал, что не могу даже думать. Вот что, визирь, я повелеваю тебе думать. А я сосну. Уже ночь. На дворе. Спокойной ночи, государь. А я уже до утра не сомкну глаз. Все буду размышлять над нашим положением. А вот что-нибудь придумаю.